Кофе Хорика. Более 2000 человек пришли на массовую дегустацию кофе в Махачкале. Всероссийский кофейный фестиваль проходит в парке имени Сулеймана Стальского. Все желающие смогли насладиться свежесваренным кофе, узнать о технологиях обжарки зерен и приготовления идеального эспрессо. Ну и, конечно, весело используя и провести время. Гостями фестиваля стали представители кофейной индустрии из разных регионов России. Эксперты, владельцы кофейного бизнеса и баристы. Кроме дегустации кофе, гости ожидают различные активности для детей, так и для взрослых. Мастер-классы от экспертов кофейной индустрии, концертная программа и многое другое. Любителям мяса будут приготовлены стейки, бургеры, плов от шеф-повара. Всероссийский кофейный фестиваль продолжится. У жителей и гостей дагестанской столицы еще есть возможность его посетить. Побольше бы таких, как бы администрация города проводила мероприятий, чтобы люди могли досуг свой проводить, прогуляться. Надеюсь, во всем городе такой порядок будет, да, в скором времени.